Посадка деревьев – одно из благородных дел, где не на словах, а на деле выражается любовь к родине. Посадить дерево – это прекрасная возможность сберечь природу. Сегодня на территории аулака Шихабль прошла экологическая акция под девизом «Посади дерево, подари планете жизнь». Организатором по посадке деревьев выступила фирма «Кристалл» совместно с фермерами района, сотрудниками управления сельского хозяйства и администрации поселения. Сегодняшняя акция вот, посадки саженцев в Шихабль, именно в центре аула, планирована фирмой «Кристалл», которая уже на рынке немало лет. Вот именно вот «Кристалл» фирма, которая работает с нашими фермерскими хозяйствами много лет, представляет семена, это химикаты. Вот они сегодня запланировали сделать такую акцию для Кашхабльского района, именно совместно с фермерами, совместно с управлением сельского хозяйства, значит, высадить такую небольшую аллею. Как бы мы, конечно, за этого всегда. И совместная наша работа всегда, она как бы больше укрепляет работу с фермерскими хозяйствами. И где сегодня участниками являются наши фермеры, фермерское хозяйство, которое работает именно с фирмой «Кристалл». Также мы пригласили и других, которые не работают. Также представители с фирмы «Кристалл». И как наши работники с администрации. Фирма «Кристалл» – молодая, динамично развивающаяся агрономическая компания, функционирующая на территории Краснодарского края. Является официальным дистрибьютором ведущих российских и мировых производителей средств защиты растений, семян и микроудобрений. Я являюсь руководителем Курганинского отдела продаж по южно-предгорной зоне. Сегодня мы проводим акцию на территории Кашихабльского района «Посади дерево, подари планете жизнь». Совместно с сельхозуправлением, совместно с нашими клиентами, вот как мы видим, садим деревья. На сегодняшний день уже посажено порядка 856 саженцев. Сегодня порядка 40 деревьев будет посажено. Вообще у нас в планах озеленить нашу планету и подарить нашим детям будущее, ну, озелененную планету, планируем где-то порядка 10 тысяч саженцев высадить. Поэтому вот огромное спасибо Зауру Мусовичу, что предоставил уникальную возможность именно вот на, повторюсь, территории Кашихабльского района высадить порядка 40 деревьев. Данную акцию будем ежегодно продолжать. Планируется вообще на территории Краснодарского края, Республики Крым. Вот в прошлом году в Курганинском районе было. Сейчас у нас акция проходит, у нас же 5 подразделений по всей территории края. Вчера в Щербиновском районе было. То есть, ну, это массово проводится. Завтра в Кавказском районе будем проводить высадку деревьев. То есть вчера было высажено 92 дерева. Поэтому вот ежегодно порядка там 300-350 деревьев мы высаживаем. Я же говорю, в планах дойти до 10 тысяч, озеленить нашу планету. В результате акции были посажены порядка 40 деревьев клёна и кедра. Фирма «Кристалл», которая ряд лет мы уже работаем с этой фирмой по гербицидам, по семенам, они изъявили желание посадить рощу из клёна и кедра, и мы решили принять участие в этой акции. Спасибо организаторам, спасибо фирме «Кристалл», которая организовала это все за свои средства, за свой счет, деревья, все. Будем надеяться, что это все приживется, это все вырастет и будет на радость детям. Здесь тем более детская площадка для детей. В обозримом будущем это все будет как роща. Сегодняшнее мероприятие – это прекрасная возможность оставить свой след на земле. Причастность к этой акции подарила всем участникам заряд бодрости, положительные эмоции и удовольствие от совместного созидательного труда.